62 килограмма. Боец Fight Club Alligator. Ростислав Алексеев! Встретим громко, дамы и господа! Синий угол приглашается представитель Fight Club Garuda. 63 килограмма. Евгений Бэц! Вдох, выдох. Я молюсь перед сценой, это мой выход. Я молюсь перед рингом, это мой выход. Я молюсь перед темой, это мой выбор. Я делаю имя, а снова, снова вдох, выдох. Я молюсь перед сценой, это мой выход. Я молюсь перед рингом, это мой выход. Я молюсь перед темой, это мой выбор. Я делаю имя, а... На тормозах, в моей крови адреналин, но не страх, тогда нет моих следов. Бог нес меня на руках, раунд-шок я от того, какой я взял размаха. Мама не так ждут. Еще раз, друзья, огромное спасибо Wise Management и Федерация бокса Республики Молдова за то, что дает нам такой шанс посмотреть, познакомиться, выбрать для себя фаворитов и насладиться исключительной красоты боями. Рефери в ринге, дамы и господа, Владимир Новиков. Под ваши аплодисменты, дамы и господа, закончился первый раунд.
подчеркну еще один псевдоним, который звучит неоднократно. Молдавский Гати. И обоим бойцам ваша поддержка, друзья! Дайте, дайте шуму! Еще один раунд, друзья, прошел. Напомню, что каждый боец, который проводит сегодня нокаут, получает бонус 50 евро и за нокдаун 20. Как бы сказал мой коллега, мелочь, а приятно. Хотя скажу честно, не хотел бы я оказаться на месте одного из бойцов, но профессиональная лига требует всегда огромных усилий и даже иногда жертв. Это неотъемлемая часть большого спорта. Оба бойца показали колоссальную выдержку. Безумно красивый бой. Дамы и господа, техническое КО. И победителем в этой схватке объявляется молдавский Гати Ростислав Алексеев!